турботлива та ніжна, неперевершена, самодостатня, часом алогічна, непередбачувана і надміру балакуча. Сьогодні у святковому випуску «Гарної новини» погляд на жінку чоловічими очима. Перебільшень, ця людина знає про прекрасну половину людства абсолютно все. Від зародження до народження. В отличие от мужчин, конечно, женщины имеют определенные эндокринные пики в своей жизни, это всем хорошо известно. Это же, конечно же, может влиять на их настроение. Те мужчины, которые этого не понимают, они как бы часто бывают в недоумении. Но мне, как доктору и знающему этому, я всегда как бы с пониманием к этому отношусь. Вы втомлюетесь от женок? Чи може жінка набриднути? Это вопрос, конечно, я понимаю, действительно, в чем-то коварный, но я прихожу на работу к 8 и ухожу нередко после 8. И как бы ни было сложно, но делая, общаясь с женщинами, делая им добро в той или иной степени в своей работе, то, понимаете, тут отдавая одно, получаешь добро. Получаешь улыбки, значит, добрые глаза, понимаешь, что твои дела сделаны не зря. И то же самое ощущаешь от коллег. Для деяких чоловіків знайти спільну мову з жінками майже те саме, що балансувати на серфі посеред океану. Одному на сотні миль у шторм. Так, погодьтеся, треба вміти. Тому радимо повірити досвіду кандидата психологічних наук. Жінок треба поважати, от, і ставитися до них, ну, відповідно. Тому я думаю, це, ну, така от перша і найголовніша вимога налагодження стосунків. Ну, мені важко сказати, за що мене люблять і чи люблять мене студенти насправді. Ну, мені так здається, або мені б так хотілося, що все ж таки вони до мене позитивно ставилися. А за що, ну, не знаю. Я намагаюся завжди їм допомагати у всьому. Ти хочеш, як я знаю. Ділові стосунки і стосунки міжособистісні треба просто розрізняти. І те, що дозволено або не дозволено в одних стосунках, воно дозволено або не дозволено в інших. Тому коли ми на професійній ниві спілкуємося, то, звичайно, це такт, толерантність. От, коли ми спілкуємося безпосередньо, в неформальній обстановці, ну, це, звичайно, людська емпатія, це звичайно людське доброзичливе ставлення. Як погода, мінлива та непередбачувана. То лагідніша за шовк, то ніби їжак, колюча та все ж мила. Кожна жінка особлива, яскрава, індивідуальна. Щодня, щомиті вона інша. Спеціально, на замовлення. У женщин так устроено, что им все время нужно доказывать самим себе и окружающему миру, что они красивые, желанные, вдохновляющие. То есть они так устроены. Объяснить это я не могу. Я, опять же, на это смотрю все, я это принимаю, соглашаюсь с этим всем. Ну и посредством своей работы пытаюсь это как бы все подтвердить. Я пытаюсь ей доказать, что она на самом деле красивая, что ее внутренний мир настолько обогащен, что его бы хватило на всех мужчин в мире. Безкомпромісні та вперті. Чоловіки нерідко скаржаться на те, що з жінкою краще не сперечатися. Марно. Проте у питаннях краси дами таки дослухаються до чоловічої думки. Манікюр, макіяж, колір волосся – все задля того, щоб привернути до себе увагу. Тож знати, як саме, потрібно. Женщину переубедити складно. На роботі мені це вдається. Створити образ той, який вони хочуть. Вот. І давайте еще спросим у Виктории ее мнение. Я думаю, что у Степы получается совмещать профессионализм с тактичным отношением к своим клиентам, и каждый клиент для него как друг. Балакучість – бірка, яку необачно чіпляють жінці, ніби мимоволі забуваючи та свідомо оминаючи той факт, що чоловіки більш ласі до пустих теревень. Добряче підвішений язик – чоловічий козир, а контрольований чи неконтрольований потік жіночих думок – то вже недолік, з яким поблажливо миряться. Ми хоч і працюємо практично в мужському колективі, я скажу, що серед мужчин є любителі поболтати гораздо більше, ніж жінки, тому що, ну, как все сходится, как пословица, да, что больше сплетен, нежели у женщин, бывает только у мужчин. Тому
У нас такое отношение к болтливости женщин. Ну, у меня конкретно, я не знаю, как у тебя. Ну, пускай болтает, главное вычленить оттуда нужную информацию, и все. Колись чоловіки одностайно голосили: «Жінка на кораблі – до біди». Можливо, саме тому хитрі лисиці обрали для себе сухопутний вид транспорту. Да, це були основні яркі цвіта, які нравились дівчинкам. Жовтий, красний. На сьогоднішній день, особливо в нашому місті, почали підходити більш практично к вибору. Красного цвіту машина, якщо на ній автоматична коробка, її можна продати. Зараз ні. Зараз узнають, яка марка, скільки вона потребує топлива. Всі почали покупати автомобілі по-другому. Как женщина, так и мужчина за рулем может принести беду. Поэтому это все зависит только от умений и знаний, там, правил дорожного движения. Жінка – це складний механізм. Розібратися у якому не так же і легко. Але не так же і важко. В этом мы сейчас и попробуем разобраться. Учитывая параметры, по которым девушки подходят к выбору автомобиля, наверное, в выборе автомобиля логики нет у девушки. Но по жизни многие девушки мыслят логически, конечно. Женская логика. Мы сами задаем этот вопрос всем, наверное. Я просто хочу всем тем, кто нас будет смотреть. Мы сейчас говорим, а на часах только вот 9 утра. Ну, чтобы вы понимали все. Да, но сейчас про женскую логику ничего толкового сказать не сможем. Женская логика, наверное, даже непонятна для самих женщин, честно. Как минимум, мне, наверное, человек 10 или 15, сами женщины об этом говорили, что они сами не понимают их логику, поэтому то есть для нас мужчин это на самом деле вообще темный лес. И честно скажу, как правило, я понял, что не нужно ее понять, ее нужно просто принять. То есть на данный момент она такая, завтра она другая, ну вот как бы какая есть. Я считаю, что логика есть у каждого человека, просто у кого-то она развита больше, у кого-то меньше. Но на самом деле, наверное, есть. Потому что женщина, она же кто? Человек, а да. Человек давай, склонен давай мыслить пойдем. Логически. Да. Все. Поэтому да, есть. Логика, вона існує. Звичайно, є її різновиди, жіноча, чоловіча, але ну, радше це якийсь побутовий вираз. Принято считать, что женские поступки алогичны. Я думаю, что у женщин есть своя логика, но она скрыта от нас, мужчин. А вы откуда взялись? Прилетели? Із різних сказок. Напевно, у 30-му царстві, 39-му державстві під таємним грифом вельми секретно міститься і відповідь на інше питання – чого хочуть жінки? Чоловіча половина людства буде ще довго міркувати з цього приводу. Посмотрите фільм «Чого хочуть жінки?» Вони хочуть много всього. Як ти не угождаєш їм, все одно знайдеться то, що угу, а це ти не доділ, так я не знав. А надо было знать. А мог бы спросить, так ты ж не отвечаешь. Ну, догадайся. Об этом написаны книги и сняты фильмы. Я не претендую на то, что я тут назову истину последней инстанции. Я не могу отвечать за всех женщин вообще. Вообще, даже касается, если это одной женщины, то важно понять, что эта женщина хочет в данный момент времени. А ответить вообще это практически невозможно. Вы знаете, на него, наверное, нет ответа. Когда мы найдем ответ на этот запрос, нам пропадет интерес к женщинам. Ну, я считаю, знаешь как? Как? Что женщины, они как бы, в отличие от мужчин, существа более эмоциональные. Поэтому там гораздо больше будет всяких заморочек по поводу того, что вообще в принципе происходит у нее в личной жизни. Она не склонна мыслить логически иногда. То есть мужчина выходит, судя только из логических каких-то сухих предрасположений да. своих, женщина... Будет эмоционально все, ей не понравилось утром, что ты ей сказал, она на тебя 10 тысяч раз обиделась, потом 7 тысяч раз сама с тобой помирилась, 8 тысяч раз еще что-то у нее произошло, и вообще она тебя к вечеру хочет бросить, но очень любит. Женщины, как 4 времени года, сегодня они хотят одно, завтра другое. С ровных они хотят сделать кудрявые, с кудрявых ровные, с белых темные, с темных белые, ну и разные. Они хотят выделяться среди толпы, хотят быть более привлекательными. Это все зависит от того, с какой ноги она станет, потому что этому объяснения просто нету. Стала с левой ноги, значит, хочу, например, сегодня вот такое. Стала с правой ноги, хочу вот такое. Упала с кровати, блин, не повезло сегодня кому-то, особенно мужу. Конечно, можно изменить и объяснить какими-то эндокринными гормональными изменениями в организме. Это можно изменить и объяснить и какими-то сезонными изменениями, и колебаниями солнышка, и луны.
В общем-то, все мы в равной ли степени подвержены этим вот изменениям, но женщины как-то более чувствительны. Для того, чтобы почувствовать себя женщиной, женщине нужен рядом толковый, хороший мужчина. И тогда она будет по-настоящему, по-женски счастлива. Я думаю, что каждая женщина все-таки хочет больше нежности, ласки, внимания, теплоты и какого-то, наверное, уюта. Кожній господині відомо, з одного інгредієнту смачну, а тим паче святкову страву не приготуєш. Тож для особливого випуску гарної новини ми склали і особливу рецептуру. Додали трохи гімалайської солі, пікантних спецій та гострого перцю. І все це руками, думками та побажаннями чоловіків, які, за легендою, ніби боги кулінарії. Без женщин вообще, я считаю, что земля б стояла на ровном месте, и до сих пор мы бегали с каменными топорами за животными. Потому что все войны за женщин, все подвиги за женщин, все. И, соответственно, развивается прогресс и все остальное. И мужчины сами по себе аморфные, они стоят на одном месте без женского тепла, без женских ласок. Дорогие милые девушки, женщины, мамы, жены, дочки, я поздравляю вас с этим прекрасным женским днем и желаю, чтобы каждый из вас достиг за всю свою жизнь того статуса женщины, чтобы это было с большой буквы. Я хочу пожелать всем девушкам, которые ездят за рулем или планируют ездить за рулем, без аварийной езды и спокойствия за рулем. Жінка уособлює все те, що у нас, чоловіків, асоціюється з коханням. А кохання – це те, що надихає нас. Я бажаю нашим жінкам продовжувати надихати нас в подальшому. Желаю вам бути красивими і весіннього настроєння. Пусть цей весінній праздничний день принесе радість, добро, улыбки і щастя кожній жінці. Пусть життя буде довгою і успішною, а любов красивою і нежною. Как весенний цветок. Да, ты начнешь? Да. Мы, как два утренних радиоведущих, хотели бы в Международный женский день пожелать вот такие вот слова нашим милым дамам. Дорогие девушки, женщины, наши любимые, пускай каждый день, каждое утро начинается так, как будто это самый-самый лучший день в вашей жизни. Получайте удовольствие.